Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Улыбочку. Я твоя. Добрый день. Я уже отвык снимать видео, если честно. Вот. Мы... Я даже не знаю, что говорить, разучился говорить на камеру. Бывает. Короче, как видите, мы живы, здоровы. Короче, сидим тут, слушаем некоторый минус. Да, но мы вам не скажем, какой минус. Да, потому что пока это секрет, и сливать никто ничего не будет. Ой. Да, так вот, сливать никто ничего не будет. Поэтому на то время, пока я снимаю, мы его выключили. Потому что некоторые тут его слушают уже по 50-му кругу. Нет, не может наслушаться. Да, это правда. Да. Вам трек понравится, отвечаю. Короче, будем максимально вам что-то показывать, пытаться, насколько это возможно. Да? Да. Да. Шутите, шутите. Пялкика, пялкика. Гимнотики. Гимнотики. Вот, всякие дети у меня тут, у нас тут, на кличке. С тачками. Прикольно. Вот. Я не хочу в подъезде ночевать. Ты серьезно? Не. Андрей, короче, расскажи подробнее, как мы тут оказались и все дела. Подробнее рассказать, как мы тут оказались? Да. Давай. Ты подробнее расскажи. А чего я? Я по автор идеи. Я даю шанс. Да. Короче, у нас в городе произошла эвакуация. Мы эвакуировались. Блин, дорога сложная была, как пиздец. По нам стреляли по дороге. Нереально. Я видел особенно троп на дороге, российский БТР. Да. О, смотрите, кстати. Очень много лорботов. Да. Снижение запустилось. Супергерой, как ты думаешь, ГМО, картопля, чини? Нет. А, ясно. А чё, что? Да ничего. Клорботу привет, кстати. А. Мы тут новости слушаем, чтобы не выгнали, переживать. Вот. Чётики, паца. Вот эти чётики новые, не поняли? Вот. Слышали? Короче, да. Это... Что хочу сказать? Это бушо. Коли я бачу у новинах це проросійське чудище, згадується, ми вже давно... Короче, по информации за нами через час приедет водитель, он должен нас еще раз набрать. Вот, и будем выдвигаться. Куда? В Тернополь же. Thank you.
сражался, потому что когда мы подлежали, у меня было в блокпосту, потому что, понимаете, снимать нельзя. А я же дурак, снимаю, я говорю, и не заметил блокпост. Хорошо, Дима вот вовремя магнитофон. Пиздец, это волкуча. Ну, да, который завязал. А я хуй знаю, нам тут можно ходить или нет. Я тебе больше скажу. А, стоп, он же еще... Подожди. Что? Он сел вот. Он меня завел, подожди. То есть можешь сейчас ехать, да? И все-таки еще один автобус. Вам куда? А, это номер один. А, это кто-то... А на нем номер есть, ты бачку? Да, там номер один, а этот какой, подожди. Не знаю. Может, четвертый, но мне сам я номер не заместил, поделиться. С него еще музончик такие нормальные ебалы. Я фотографую. Никто не башни. Да все равно. Там завалил? У меня место. Имею там. У меня документы. Ну я же их давал. Не забрал уже. Что? Я просто не давал. Если приедем, то там, чтобы соображали, что взять. У меня документы. Все там, не переживайте. Ниже тут у меня. Сама ценность, сейчас, ну. Девчата, мы вам тут нацекотим, чтобы вас голова буде. Мне все. Снимать его не могу. Нельзя, не слышал. Добрый Ирина. Не буду, но... А Саша что делает? Не буду, не хочет поверить. Держите фигу с пистолетом. Видимо тут. Погоди, я работаю. Нет! Вместо становочка я кушаю бутерброд, потому что мы голодные. Закупились вкусняшками за... За 4 часа у нас первая остановка на 15 минут. На туалет покушать, ну перекусить, что-то купить, попить водички, кофе, чай. Снимать особо не могу, потому что везде блокпосты. И снимать не разрешаю. Поэтому я снимаю. Контента вообще, в принципе. Поэтому я снимаю. Да. Хотя бы... Что снимаю Дима, что-то снимаю я. Совместными усилиями получается, как и плохо, как и вы сейчас видите. Да, но блокпосты я хотя тоже не снимаю. Вот. Шо, скоро в Тернополь едем. В Тернополь будем. И примерно к 10-11 вечера мы должны приехать в Тернополь.
заниматься, я все равно уже спальня, в принципе, правильно? Да. А вообще, когда я впервые узнал, что мы в Тернополь едем, и мне напомнило мем. Сбирайся, ты едешь в Тернополь. Здоровыми связь выходим. Да. Слава богу. Ты знаешь, размещение... Мы приехали, проснулись, покушали, умылись и отдыхаем в данный момент. Вот. Отдыхаем, кайфуем.